Электричество пошло прекрасно. Срулил куда-то, сука. Но это инновационная разработка. Ясно, понятно, что он самый умный, что он пошел. Скорее всего, он отрабатывает роль безопасного охранника, и как бы он видит, что по станции кто-то ходит. И решил, скорее всего, нас найти и предостеречь, чтобы не занялись всякой хуйней. Поехали дальше. Пока. Нихуя себе, а где ты делся? Здесь же стоял этот, блядь, хаги-маги, хаги-воги. Вот этот. А, да, ну понятно, да, все. А игрушки-то это больше нету, да. Да, вот так вот, ребят, да, вот так вот живем, да-да. Да, ее уже нету. Я так и знала, что эта кукла уйдет. Это было предсказуемо. Это было очень предсказуемо, что она уйдет. Значит, я заменю ее место. 100%, эта хрень нас будет сейчас кошмарить. Я уверена, что она где-то вот тут притаилась и смотрит на нас. Вот 100%. Она такая, типа, знаешь, делай вид, что она милая, но на самом деле она нихера не милая. Это она тут устроила расчлененку среди игрушек. Давайте найдем друзей. Давай! Эта тварь пропала. Окей. Ладно, он сбежал. Ну, в принципе, это было предсказуемо. Он в любом случае бы сбежал. Вот это вот жутко выглядит, на самом деле. Кто-то дракон... Бро! Бро! Я что, плохо тебе сделал? Хуги! Тут написано обнимашки. Да, я не против обнимашек, только, знаешь, нормальных обнимашек. Вот смотри, стри, это твои братья, крутые братья, чувак. Что, мне не нужно было включать свет, но ты же мне это сам дал. И постоянно. Ребята! Ребята, а где эта большая игрушка, которая здесь стояла? Что-то я начинаю переживать. Она здесь стояла, была здесь. Мы все видели. Отлично. Стоп. Куда этот кубрик ушел? Синий. Он за печеньями пошел. Ну ладно, мы еще встретимся с тобой. Может быть, он просто испугался и убежал из этого хоррора? А, ну то... Я что-то сейчас не понял. А где у нас наш друг великодушный? Ребят, здесь стоял только что же кукла стояла здесь. Я же правильно понял? Дверь закрылась. Так, мне что-то уже это совсем не нравится. Где? Где он делся? Где делся? Вы помните вот этот хуги-вуги стоял же здесь? Он же стоял. Куда он делся? Эй! Его здесь нет! Уёбище съебалось, смотрите нахуй на него. А где оно ходит-то теперь? Блядь, ну шо ж я ж, сука, так и знал, а? Попик! Ты где? Попик съебался. Ну, как бы говорится, и хуй бы с ним. Лепота. Да и только, друзья. А Хаги-то уже нету. А Хаги-то уже и нету. Ой, ты мой хорошенький, куда ж ты ушел-то, дружище?